тексте Евангелия продолжали укрепляться в любви. И благодаря тому, что вы пускаете свои корни, вы укрепляетесь, вы могли возрастать и приносить больше плода для нашей церкви, чтобы через ваше служение Бог благословлял больше нашу церковь, и Бог помогал нам возрастать. К этому событию мы хотим подарить подарок, который сейчас вынесут. Приз в студию. Это картина, которую вы сможете сейчас увидеть. Картина непростая. Цветы непростые. Настоящие. Это картина, которая, пастор, если мы будем ее показать всем, которая написана «Укрепляйтесь и возрастайте», на котором нарисовано дерево, и мы знаем, что никакое дерево без корней не может расти. Если оно вырастет, и корней не будет, оно высохнет и упадет. И есть, наоборот, деревья, которые имеют большие корни, но они не растут и не приносят плода. Мы же хотим, чтобы вы укреплялись в истине, любви, служении, и Евангелия, и возрастали. Мы хотим, если возможно, чтобы эта картина висела где-то у вас в офисе, вы готовили проповеди, а вспоминали об этом пожелании, чтобы вы были крепко стояли на Евангелии и не смещались с ними в таких обстоятельствах, и вели все 180, 200 и больше человек за собой Иисус Христос. Мы вас поздравляем. Станислава помолиться в заключении служения. Мы попросим брата, чтобы он благодарил Бога за служение этих двух человек. Мы попросим, чтобы брат помолился за благословение в дальнейшем служении в нашей церкви. Всегда дорога трудная, а потом длится очень много. И я присоединяюсь ко всей церкви, потому что сказал брат Роман, и хочу помолиться вместе с вами. Молитва. Благодарность за пастора, за его дорогу и его жену, которая сопровождает его. Всегда рядом. Чтобы Господь дал благословение дальше идти. Помолимся. Наш великий Господь, мы со всей силой, Господи, которая у нас есть, со всеми нашими чувствами, со всем нашим разумом, мы хотим поблагодарить Тебя за эту длинную дорогу нашей церкви. Вот 12 лет и 10 лет пасторского труда, 10 лет избрания, когда пастор Вениамин, его неизменная супруга Надежда стояли на коленях и думали, что они будут делать, как они будут начинать проходить эту дорогу. Но Ты дал им силы, Господи, и они совершают это служение. Они уже превратились
профессионалов,